это щука. Это щука. Подброса опять. Опять с бровочки валить начал. Ну, в затяжном падении. Два раза дрыгнул. Она тут же втащила. Но опять нет, не смешная даже. Большой голавль. А уж крокодила нету, не будет. С таким настроем на воду лучше не выходить. Ну что, им зачетные попробуем. Есть тут все. Есть, конечно. То, что здесь есть, никто не спорит. Вопрос, клюнет ли это зараза. Поэтому мельчить мы не будем. Никак. Ты не поверишь, опять подброс. Ну да. Смотрю, приманка куда-то потерялась. И ты решил посеять, да? Ну да, я думаю, я-то ее не терял. Опять мелко, да? Да. Сваливать отсюда надо, здесь счастья не будет. Одна мелочь. Да. Эта селедка весит целый килограмм. Чего? Первый оскомину сбили, а рыбку подержали. Петя, рассказывай, где мы и чего мы. Ничего не знаю, покажи, куда пойдем. Чтобы я хотя бы понимал примерно, где, что и как. Смотри, ты тут первый раз, я здесь, так скажем так, после 16-го года, после пала, после победы прижился. Это одно из самых крупных водохранилищ Волжского бассейна, Волжского каскада. Вот. Длина водохранилища, чистая длина, 540 километров. Угу. 540 километров от Балакова до Волгограда, огромный кусок воды. Вода, мы сейчас вверху, правильно? Ну, мы условно в первой трети, скажем да. так. Потому что до Балакова у нас 150, вниз у нас примерно под 400 до Волгограда. А чем полюбилась вода? Вода очень сильно разноплановая. От Балакова до Маркса примерно 100 километров идет труба. Волга в естественных берегах. Там вполне себе предсказуемая рыбалка, там она всем понятна, всем ясна. Но я там был как-то. Здесь в районе Саратова, как раз именно в районе Саратова, начинается первый большой такой глобальный разлив. Здесь куча проток, затопленных озер, речек, каких-то канавок, бровок, свалов. Есть коренная Волга, на которой идет могучее течение. И сейчас вот перед запретом ситуация сложилась такая, что судака мы уже не ищем, а он может быть у нас в прилове, потому что судак уже сконцентрирован на нерестовых участках, и ловить его там, ну, скажем так, да. Сейчас безопасно и реально классно ловить щуку, которая отметалась. Она сейчас активна и есть шанс поймать хорошую рыбу. Температура сейчас в районе 11 градусов, да, на коренной. Угу. В притоках, соответственно, вода теплее. Одна из основных специфик водоема – это привязка к работе гидроузлов. Ну, вот. Понятно, да. Дали воду, не дали. Раньше я думал, что это местное поверье, сейчас я здесь уже четвертый год, и я понимаю, что если нет течений, если есть некий застой, рыбу выключает напрочь, причем практически везде. И вот именно в такие моменты начинают работать места, где оно сохраняется постоянно. То есть это либо маленькие реки, либо какие-то втеки, вытеки из более крупных да, там, рек. Вот. Да, а здесь просто это длинный протяженный свал, весь участок рабочий, причем здесь реально часто ловится крупная трофейная рыба, но если у нас стояла бы такая цель, имел бы смысл именно выстаивать, ползать по этой ну просто да, пробке, ждать ее, когда она выйдет. Да. И ждать, когда она выйдет. У нас цель не такая, рыбалка будет достаточно активная, ходовая, поэтому посмотрели первый свал и, собственно, пойдем сейчас дальше. Вот насколько я понял, как бы от Ульяновска и вниз, и вот здесь тоже, да? Поимка щуки на 14 метрах, на 15 метрах, в этом как бы нет ничего такого сверхъестественного. То есть здесь щука стабильно ловится на большой глубине. Выше на хранилище как бы это нонсенс. Так что когда теоретически мы ловим судака, все равно ставим поводки, потому что вот так вот зубастые, которые мы сейчас здесь поймали, в принципе, часть из них была взята с 12-14 метров. We'll be right back.
смотри, тут у нас классическая такая, слегка популярная у меня точка, если смотреть. Да, я вижу, слегка. Если смотреть по трекам. Угу. Но это все судаковая тема была. Сейчас судака здесь уже нет, потому что он дернул в места нереста. Сюда он выходит гораздо раньше, где-то в середине апреля, в 20-х числах апреля. Это, наверное, то есть мы вот чуть-чуть опоздали, я правильно тебя понял? Ну, что значит опоздали? Цель как бы половить рыбу, а не половить конкретно судака. Вот. А, но здесь в этих характерных интересных местах, вот если посмотришь, вот это я вижу, коса идет, гряда, да? Островов. Да, да. Значит, когда низкий уровень воды, сейчас у нас половодье, когда низкий уровень воды, вот это практически не имеет перетеков, угу, переливов. А сейчас вот в этих вот дырках, вот здесь, здесь, вот дырка между вот этими островами, местные называют эти места продыры. Вот в этих продырах стоит хорошая частенько щука. Может стоять. Она концентрируется, да, в них. И, собственно, постановка предельно простая. Ты встаешь в руслице канавки и набрасываешь как раз на обровку. Ну, работаешь, да, на меляк. Которая имеет перетек вот в ту сторону. Вот сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. И встанем в паре мест. И поедем дальше. Идем в продыры. Вернее, к продырам. Добиваешь ты до велика, нет? Ну, она может быть и под самым-самым камышом сейчас. Вот я поэтому говорю, нам пора. Сейчас давай здесь попробуем, посмотрим. А, добил. Ну, нормально. Заехали еще в одну точечку. Здесь одна из малых рек близ Саратова впадает в чуть более крупную речку, которая впадет далее там еще в одну реку, и потом все это свалится в Волгу. Вот, и вытек такой достаточно бурный. Поворот получается реки под 90 градусов. Вот здесь вот видно струю. И в этой струе периодически поклевывает рыбка. Не всегда крупная, вот, но пару таких жерехов мы тут брали там в районе четверки. Вот, периодически здесь бывает щука достаточно крупная. И зацеп. Вот. Ну, соответственно, весь вот этот вытек в коряшках, в таких структурах, которые нанесенка, которые вот здесь вот расположены все. Ну, вот это не претендует на что-то крупное. Клюнула она как раз вот этих вот коряжек, вот этого мусора, который здесь расположен. Щуку, конечно, такую лучше в кадре даже не показывать. Она смешная. Вот. Ну и хорошо. Такой вот вытек. Надо валить отсюда. Со струи тоже? Нет, за ней. А? За струей. Из затяжка даже? Да, только башкой не мотает. Или совсем мелкий щеренок. Или вообще непонятно кто. Не окунь? А, сейчас посмотрим. Кто там? Совсем мелкий такой. Руки в пасть сошел.
Да, крупной рыбы сейчас здесь нет. Поехали дальше. Поехали. С первого падения все. Ну небольшая. Щерен. Пади. Башку отрести. Я же говорю, щерен. Совсем детский. Да. Ну что, еще одно место. Вот забежали. Здесь получается речка, из которой мы сейчас пришли. Вот постановка как раз наша. И вот здесь вот. Падает маленький ручеек, но он очень такой, очень бурный, с очень сильным ярко выраженным течением, с ярко выраженным отбоем от струи и ямки на выходе из этого ручейка. Здесь бывают хорошие жереха, и в это время всегда традиционно стоит щучка, но она всегда там до трешки, до четверки. Здесь трофеев здесь не бывает. Тащило так еще. Заброс метра 4 я сделал. Пришли на очередное место. Забавно, щуки в приглядку. Ты ее видишь, она вылазит на пляжик, смотрит, что там происходит. Залазит обратно. Вот. Ты в нее чем-нибудь кинул, сунул, она вылазит. Самое интересное на самом деле то, что вот здесь вот, даже вот сейчас половодье, считается не самая чистая вода, она здесь прозрачнейшая. Вот по меркам других мест, здесь вода очень-очень чистая. То есть не только здесь, даже вот на Волге. 3-4 метра при солнечной погоде ты видишь дно. Ну то есть как бы, ой, непривычно. Когда вот половодье сейчас там кончится, чистую воду, здесь видимость до шестерки. Ну, это как бы не миф, это то, что я вижу там, наблюдая не первый год. И это, конечно, захватывает. Такая вода. Очень хорошо. Просто нужно было дать ей чуть-чуть слабины, и она ушла сама. Продолжаем ловлю щуки в приглядку. На сильной-сильной струе посредине уже хотел бы маталась. А тут хлоп и что-то съел. Лососевый щук? Не, вобер у меня лососевый. Три коробки, 88-го. ЖТ. Реклама пошла, да? Да. О, дай-ка. Ну давай, сойди что-то уже. Ну прикольно, что вот это вот в этой струе все плывет. То есть вот эта вот струя, вот там стоит вот такая вот крокозябра. Маленькая.
А где больше? Ну, с этих тройников вряд ли. О, селедка. Ну, не то чтобы зачетная, но поклевка зачетная была. Ну, так себе. 14 грамм много. Местная монстрощука, а он еще там гоняет. Это наша монстрощука. Здравствуйте. Такая уже. Такая. Давай. Иди. И опять на 7 струни. Она выходит, скорее всего. Она чувствует приманку, играющую в струне. И выходит из засады. Еще себе маленькая, борзая. Тебя в корягу затащил. Сразу же. Не только совсем мелко, более-менее хоть что тут есть. Не трофей, но уже что-то. Шлёп хвостом по лодке. Говоря, еще одна точка. Из маленькой речки вошли в более речка покрупнее. Но чего-то размер рыбы не увеличился. Все то же самое. Килошки, полторашки. Вот, много, но как бы немножко не то. Поэтому, наверное, пойдем сейчас на большую воду. Попробуем там что-нибудь поймать. Дельное. Все, сейчас отпустим, сейчас. Не создавай проблем людям и себе. Так. Все, в норме? Ну, с мелкой щукой все, короче, понятно. Давай сходим вот сюда, вот на коренную Волгу. Тут есть коряжничек на небольшой глубине. Часто после нерестовой щуки бывает именно там. Ну, пойдем. Я смотрю, пилить далеко. Ну, вылезем вот сюда.
чего, все, пора закругляться. Шарик падает. Шарик падает. Два денька пролетели незаметно. И совсем чуть-чуть осталось времени до запрета. Я, наверное, еще завтра вылезу на воду. Вот, а потом немножко отдохну. Потому что что-то я замотался уже здесь. Носиться. Рыбалка в половодье, она такая непростая, но... Что-то как-то и рыбу вроде дофига мы поймали. Не, поймали дофига. Размер, конечно, скромненький. Но с другой стороны, что, первая рыбалка в году, серьезно, меня пока. Нормально. Насчет скромненького размера все просто. Реально здоровая крокодилья щука еще отходит от нереста. Вот, а с судаком мы как бы видели, как обстоят дела. Не, судак память. Ладно, все, поехали на базу. Завтра домой. Тебе отдыхать, мне работать. Нет, мне не отдыхать, я завтра на воду. У меня дела еще. Все, всем пока. Увидимся в следующий раз, еще где-нибудь, как-нибудь.